Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Благодарности. Он отметил, что этот день напоминает о том, что в самые тяжелые времена народ сохранял единство и сплоченность. Оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание. И сегодня, в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране, взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение. В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность соотечественникам за честный труд и деятельный патриотизм. Убежден, что укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности и построить справедливый, процветающий Казахстан.